Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Sniper Elite 4. Здесь поехали. Полно охраны. Лучше держаться в тени, если хочу добыть нужные сведения. Ага, понятно. Сидит, смотрите, возле костерка. На-ка, получи пулю, ублюдок. Прям в голову давайте, вот так. Ну что ж, неплохо. Шумихи вроде нету, да? Как вы поняли, мы, ребята, в порту Ларина. Будем здесь с вами добывать сведения. Какие-то для нас нужные. Заданий по карте, я смотрю, очень много. Везде все разбросано. Так, вывести из строя ПВО. Узнайте, куда направляется груз. Очень-очень интересно. Придется тут нам побегать. Причем довольно много. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Ага, какие-то документы. Ну-ка, что ты не дашь, братишка? Больше ничего не найти. Понятно. Так, забираем сведения. Что-то ничего нам не дали хорошего. Ну что, я вижу, на меня движутся три цели. Одна аж прям бежит ко мне. Видимо, хочет отдуплиться поскорее. Ну что ж, я ему это устрою. Куда пойти-то вот только, а? Я даже не знаю. В общем, давайте действовать с вами по обстоятельствам. Там уже определимся. Где-то прямо передо мной. Но я его пока не вижу. Где-то ныкается, видимо. Все чисто. Ага, с меня подозрения упали. Вот он стоит. Ну что ж, пока могу тебе сказать только. Ну вот как он выжил-то, ё-моё, ну ведь было прямое наведение в сердце. Ох, не захотел по-хорошему, получи по-плохому. Вот теперь я, по-моему, осиное гнездо разбушевал. Слушайте, он где-то рядом, а вот он. Опа, прости. Так уж получилось. И меня раскрыли. Значит, теперь они знают, где я тут ныкаюсь. Я тебе сейчас по... Ага, бегут сюда, ребят, смотрите. Надо по-быренькому его обшмонать. Ну, где вы там? Блин, уже... А вот они, ё-моё. Ну, получи, блин. И ты тоже, блин. Довольно легко все было. И непринужденно, я бы так сказал. Так, а там-то что за снайпер еще у нас находится? А ну-ка, ся, давайте выследим его. Слушайте, я пока никого не вижу. Но ведь где-то здесь он сидит, стопудово. Блин, мне машину-то никак не взорвать, а? Бензобак с другой стороны. Опачки, ребят, смотрите-ка. В окружную меня хотят взять. Иди сюда, Олу, где ты там? На, блин. В гранату попал. Двойное убийство. Наступающий провокатор. Я получил медаль. Так, подлечимся маленько, как говорится. Да что ты будешь делать? Причем я его даже не вижу по карте, откуда он стрелял. Надо выслеживать, ребята, в любом случае. Чего у них там все горит? Так, вижу тачку. Бензобака вот, к сожалению, почему-то не видно мне. Так бы я сейчас ее взорвал бы с удовольствием, причем. Ага, смотрите, бегут, бегут орлы. Как раз ко мне сюда. Ну, я думаю, они сейчас сюда и вылезут. Ну давай, поднимайся. На, блин, олух. Ты тоже получи. Слушайте, по ходу дела... Ага, вижу, вон он. Так, винтовочка моя родная, где ты тут? Че, уже смылся, что ли? Нет, вот. Давайте его чпокнем. С
стрельба навскидку. Вообще-то, честно говоря, я прицельным вроде бы как бомбил. Не знаю, почему они написали так. Кто-то еще где-то есть. Ага, вижу, по карте бежит. И там кто-то стреляет. Блин. Ну-ка. Пока не вижу никого. Но я знаю точно, что он там. Давайте тогда спустимся, наверное. Ой-ой-ой-ой, кто-то меня тут палит. Ну-ка, назад, давай, назад, назад, назад. Ванечка. А то, не видите, меня нас называют Карлом. Мы... Ванька, Ванька Зайцев. Лучший русский снайпер. Ага, вот они. Сидят, голубки. Ну, я не понимаю, что, ребята, здесь происходит на самом деле. Как они умудряются выжить, когда прицельным выстрелом я... Бежит, бежит, Козлодович. Так, далеко он там собрался-то, а? Черт. Вот это я называю навскидку. Когда на бегу попадаешь в цель, это довольно... тяжело сделать. Готов, братон. Куда мы ему? Ага, пробили легкое. Неплохо они делают кульбиты вокруг, через голову. Так, еще один олух бежит. Типа спрятался, да? Выстрел в голову. Что и требовалось доказать. Так, вон он сидит. За камнем. Что-то я не могу понять. Где ты, лошара? Блин, он ниже. Немножко не туда смотрел. Так, ну что, я думаю, давайте мы, наверное, с вами вот по этой тропинке побежим. Как раз у нас там задание будет. Еще, смотрю, вроде машина там стоит. И кипишняк вовсю. То бишь, все меня ищут уже. Тут уже по-тихому не получится. Придется, как говорится, по полной программе все взрывать, воевать. Похоже, мафия тащит из порта все, что плохо лежит. Мафия тащит из порта? Хорошо. Значит, мы, помимо того, что с немцами воюем, сидит, смотрите. Мы еще тут с вами и с мафией делаем разборки. Куда побежал, олух? Пока. Охренеть. Обожаю, когда вот так показывают. Выстрел в печень был произведен. Так, еще один лохмандей. Так, куда он там заныкался-то? За покрышки, что ли? Свистит, свистун. Созывает народ. Ага, вот он, вот где-то здесь. Прямо подо мной. Улыбнись в камеру, дурик. Только каска слетела. Ну что, я вижу здесь две машины. Так, эту можно взорвать. Ну, а в эту есть только в радиатор. Как раз две тачки должны взорваться сразу же. Ну, бумкой. Погоди-ка, 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 где-то... Ага, вот. Ай, дурила, подбежал к машине, которая сейчас должна была взорваться и сдох от этого. Ну что, вроде бы все, как понимаю, чисто, ребята. И нам надо узнать, куда направляется груз. Я так понимаю, здесь мафия вывозит манатки. И нам нужно узнать, куда. Ну, что у тебя тут, братишка, есть хорошего? Патроны к винтовке. Кажется, собрал тут все полезное. Ну, в принципе, для меня патроны для винтовки это самое полезное. Ну и еще аптечки. Так, вот тут опасно бегать, когда рядом с тобой бочки, которые могут взорваться. Если какой-нибудь немец, не дай бог, шмальнет туда. Ну, он будет стрелять по мне, но попадет в бочку, будет плохо.
Попробуем мы эту винтовку, я не знаю. Скользящий затвор. Было написано. Так, мы с вами в каком-то бункере. Но есть кто-нибудь здесь? Пока не вижу. Склад. Блин, ну целей тут много указано, смотрите. Трое, вон там где-то наверху, по ходу дела. Ага, это у нас еще, оказывается, здесь состав стоит. Вот оно что. Ну, где вы тут ныкаетесь? Не видно никого, блин, почему-то. Ага, вижу, вон они бродят. Как раз трое. Черт, винтовка дурацкая на самом деле. Блин, мне не нравится с таким прицелом. Давайте в бочку. Да ладно, ты еще и выжил, а? Ну, это было временно. Все, я рассекретил сам себя. И понеслось нафиг. Давайте, давайте отсюда нафиг, наверное, срубивать куда-то. Ага, вон он стоит. Получи. Паршивец. Кишечник прямо. Так, хорошо. Давайте-ка отсюда, наверное, мы будем потихоньку перебираться. Да блин, я хотел перепрыгнуть, ё-моё, блин, ну, повис. Где они тут будут бежать-то? Ага, оббегают ребята, смотрите, состав по ходу дела, и сейчас. Вот он, красавчик. Не ори там, упырь. Вот он. На-ка, получи. Готов, огурец. Смотрите на меня, еще тут. Видать, важная шишка. При нем наверняка будет что-то полезное. Надо будет проверить обязательно. Если у него что-то полезное есть, нам это нужно. Как раз мы узнаем, наверное, куда направляется груз. Ну, где? Черт подери, он уже сзади. Хорошо. Не понял. Ёлки-палки, да что случилось-то, я не понял. Что за фигня, Ванёк? Ну-ка, давайте с контрольки. Откуда начнем? Ага, с этого фрица. Да сдохнет уже, блин, паразит. Так, давайте-ка по-быренькому сюда переберемся, чтобы не попасть в ловушку. Ага, здесь можно заминировать. Звуковая маскировка. Ну, если кто-то нажмет потом на кнопочку, ему не поздоровится. Давай, где он здесь? Я ведь вижу тебя, олух. Дурила. Да какого лешего-то? Блин, у меня мало хп, ребята. Очень мало, нужно лечиться. Черт подери. Да на, урод, получи. И последний здесь остался у нас. Так что мы его сейчас. Вот он. Отлично, все, ребята. Теперь, в принципе, можно будет проверить вот этого фрица с важными документами для нас. Так, давай его шмонать. Интересно, что он держит под замком. Да мне тоже, Ваня, интересно очень. Больше ничего. Так, и у нас какой-то сейф появился на карте. Надо его, наверное, вскрыть. Мне нужно узнать, куда следует груз. Сейчас мы это узнаем, не волнуйся. Документы. Тут что у нас такое? Винтовка. Блин, давайте, наверное, возьмем Г-43, полуавтоматическая. Скорострельность просто обалденная. Так, ну вот и сейф. А, его надо еще и взорвать. А, нет. Взорвать его надо. Именно это я искал. В документе сказано, что грузы идут в Алагру. Однако есть проблемы из-за того, что мафия обворовывает порт. Будем знать.
Так, мафия обворовывает порт. Ну что ж, пойдемте искать вакцину от тифа. Это у нас второе задание, которое нам дали. Оно тоже у нас, по-моему, второстепенное, не основное. Но нам нужны очки, нам нужны опыт. Поэтому будем делать. 80 метров. Ну, не так уж и далеко, в принципе. Ваня, елки-палки, неужели ты куришь? У тебя отдышка. 5 метров пробежал, уже все. Начинаешь тут задыхаться. Но вражин там впереди вроде немало, немало. Пока никого не вижу. Но я знаю точно, что они там стоят. Во, один вижу. Даже двое. И рядом тачка. Блин, в машину-то можно попасть, нет? Ладно, давайте тогда так делать. Фиг с ним. Ну, сейчас шумиха будет, ё-моё, а. А по-другому никак здесь не пройти. Так, и здесь, смотрю, наверху один. Ага, это наводчик. Вот его надо в первую очередь сносить, ребят. В рацию прям бомбанем ему сейчас. Нихера. Только шестеренки подлетали. Все, начался кипишняк. Ну-ка, давайте машину взорвем, бензобак как раз. Видно было. Ну, там, правда, никого нету, но все-таки. Грузовик уничтожен. Иди сюда, лох. Куда бежишь? Вот он, навскидку называется. И тебя тоже. Ёлки-палки, как они хорошо прыгают. Меткий стрелок. Я получил медаль. Очередную. Даже, смотрите, аппарат сломался дебненький. Пыхтит там, что-то искрится. Ну что, где они тут? Ох, елки-палки, их тут очень много. Ну иди сюда, гаденыш. Так. Готов. Так-так-так, смотрите, смотрите, бегут, бегут ко мне. Хотят... Ага, бежать. Ну что ж, будем тогда их тут встречать. С хлебом, с солью. Ну где он там, блин, не вижу нифига. Ну он стреляет. Вот так, наверное, будет получше, да? С другого плеча. Черт подери, где он там орет? Вот он, лопух, блин. Еще второй рядышком где-то должен быть. Ну-ка. Бежит, 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 бежит. Пока. Так, ну тут зачистили мы. Вроде бы неплохо. Три врага на карте отмечено. Что это за пыхтелка, не могу понять, а? Ага, все, она уже не работает. Кто-то меня контролирует. Оу! Как это так умудрился этот чепушил оббежать? Так, этот меня хочет... Вот, где-то здесь. Да где он, блин? А, вон он стоит. Ну все, гнида. Где-то здесь. Вдоль забора, вот. Все, дострелялся, придурок. Так, еще двое. Ну, я что-то, блин, не пойму, где они тут находятся. Бегут, хотят меня опять оббежать. Но не тут-то было. Вот они, вдвоем. Патроны почти закончились. Ну вот, еще не хватало, чтобы с патронами была засада. Сколько? Всего 9? Ну, это действительно никуда не годится. Давай, делись патронами, чувак. Так, 10 патронов. И все. Это мне очень пригодится. Так, где-то тут еще один валяться должен. Ага, вот он. Их тут даже двое. Так, автомату и плюс одна аптечка. В принципе, неплохо. Ну, вот и задание у нас, смотрите. Хотя это не то.
Нам-то нужно вот сюда идти. 43 метра. Что, получается, надо подниматься? А, не, вот-вот. Это явно вакцина от тифа. Сообщу партизанам, что она здесь. Ну что же, замечательно. И сразу же у нас тут идет прожекторы вывести из строя. Пойдемте выполнять. Так, а вот это плохо, ребята, это снайпер. Снайпер меня пропалил. Когда вот этот блик идет, это означает, что за тобой уже наблюдает чувачок. Вон он, пропалил я его, наверху. Надо его убирать оттуда. Так, где он? Ага, вон он. Вот сморчок. Блин, да... Да что ты будешь делать-то, а? Я офигею, да... Ну как вот так может быть? Один был прицельный выстрел, два навскидку, и все мимо. Гад. Не понял я опять, что за юмор. Да какого лешего-то происходит здесь? Так, там еще чувачок стоит, а? Сидит. Появился, не запылился. Тут еще нам придется, ребята, технику взрывать. Танки всякие, блин. Я надеюсь, у меня взрыв пакетов хватит на все это дело. Стрельба навскидку. Замечательно все получилось. Ну а снайпера в любом случае нам надо сносить. Как ни крути. Тут, как говорится, кто кого. Все, отличненько. Так, у меня очень мало хп. Надо подлечиться маленько. Так, ну звездочка, я смотрю, где-то здесь у нас находится. Наверху, на крыше, что ли. Ну да, получается, где-то там. Тут пока все чисто. Может, давайте эти танки взорвем, а? Чтобы они меня не нервировали. Так, отлично, убегаем. Как раз рядом еще бочки. Ох, сейчас взорвется хорошо. Вот эту вот технику. Так, еще, по-моему. Да, тут их дофига. Давайте следующий вот этот, наверное, будет у нас 825-й. Все, теперь, наверное, подождем, пока тут все взорвется. Еще один танк прямо передо мной. Его, по идее, тоже надо уничтожать. Хотя, вроде бы, как задание-то у меня такого не было, да? Уничтожить там танки или что-нибудь в этом роде. Ладно, фиксим. Раз уж мы здесь, опыт нам не помешает. Надо идти на крышу. Фанат подрывов. Достижение получил. Так, давайте подниматься, наверное. Ну да, у нас же цель какая? Прожектора. Но нам отсюда не подняться. Где-то должна быть походу... А, вон лестница. Так, чувачок лежит здесь. Ну вот он, родной прожектор. Сейчас мы его уничтожим. Так. Минус один. Минус один? Ага, а их сколько? Блин. Еще 4 осталось. Давай спрыгиваем отсюда. Высота-то ни хрен-то и была, блин. Повреждение получил. Так, ага, вот очередное задание. Вывести из строя ПВП. Это получается у нас второе. Туда, значит, мы с вами и побежим.
140 метров. Тут 20 опыта получили. Так, а этот танк нельзя взорвать случайно? Хм, не, а, нет, можно, можно, ребят. Я думал, что нельзя. Вон, взрыв-пакет отмечен. Стоит, курит. Ну, гад. Рядом танки взрываются, а ему пофиг, дымит-то. Вот так вот. Докурился. И опять началась кипишня. Да я вижу тебя, что там ныкаешься. Отлично. В печень выстрелили. Почему-то ни разу не попадал ни в жил... ни в желудок там, никуда ни, там, ни в гортань. Чисто только печень, голова, кишечник и сердце. Так, вон он там. Ах, тут двое даже. Не понимаю я, почему не попадает он с первого раза. Блин, шикарно было. Ё-моё, пол черепа разворотил чуваку там. Ну давайте тогда и... Куда ты побежал? Ну только на прицел взял, а? Нет, не за... А, смотри, фриц уже здесь. Но это не пехотинец был, однозначно. Так, и вон у нас оружие. Опачки. Они уже, блин, смотрите, меня успели отбежать. Так, готовальня. Блин, с патронами, ну, пока нормально, в принципе, у меня все. Давайте этот танк взорвем к ядрине фени, чтобы он не нервировал меня здесь. Я надеюсь, тут с моря не будут никакие катера меня бомбить. АВ-41 уничтожен. Ага, а, и тут бегает, смотрите-ка. Да ты там приземлился. Выглядывает. Ну, пора распрощаться нам с тобой. Фигня какая-то, я не понимаю. Что ты там машешь? Кому? Чего? Обалденно. Все-таки мы его шлепнули. Ну что ж, давайте подниматься, уничтожать это ПВО. Стоит, стоит, ждет там меня, видимо. Так, 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 тихо. Блин, не успел. Ладно, хрен с ним. Так, это будет у нас минус 2. А, его взрывать надо, ёлки-палки. Я смотрю, где тут Р. Давай, поджигаем и сматываемся отсюда. Боеприпасики, это то, что нам нужно. Красиво, красиво бумкнуло. Отлично. Хотя шум наверняка привлечет ненужное внимание. Да, Ванек, я тоже так подумал. Сейчас, наверное, будет суета. Так что, ну, мы, по крайней мере, с тобой полностью укомплектовались. Патронов у нас нормуль. И следующее задание у нас — узнать, что перевозят немцы. Что-то дофига бежать до туда придется нам. Машина, давайте взорвем ее. Главное, шумиха. Мы тут сами создаем такую шумиху, что ого-го. Так, я смотрю там. Иллюминация, будь здоров. На стене можно сделать подрыв. Что у нас тут на крыше-то будет происходить? Йоу, вы посмотрите на карту. Их тут просто кишит.
где вы тут, лохи? Прячетесь-то, я не могу понять. Ага. За укрытиями ныкаются. Ладно, тогда этого начнем. Пока они не знают, где я, по ходу дела. Боюсь, теперь они узнают. Пока. Все, укрытие раскрыто нафиг. Ёлки-палки, ребята, это дохренище. Просто нафиг надо смотреться танки отсюда. Они действуют наверняка. Я уже понял. Нам там не потянуть. Слишком много их. Я не понял, это что, еще танк, что ли, там впереди? Действующий причем. Ёлки-палки, вот это вот хреново, ребят. Давайте-ка уничтожать водилу. Отлично. Так, а теперь надо... Кто за башней стоит? Ну, это когда он повернется. И главное не попасть под обстрел. Так, давайте тут, наверное, взорвем с вами. Проход у нас будет в здание. Укрытие раскрыто. Ёлки-палки, ребят, смотрите, смотрите. Меня просто берут стеной. Фак, куда пробежать-то можно? Я даже не пойму. Еще этот танк меня смущает. Ну что ж, давайте тогда начнем здесь зачистку. Блин, еще и сзади, смотри. Ох, ё-моё. Убили лежачего. Эти тут у нас пулеметчики наяривают, да, значит? Как-то как-то не заторможено. Вначале выстрел, потом пару секунд, и они только понимают, что они подбиты. Да вы заколебали со всех сторон, лезьте. Фига там спецназовец. Таких я еще, по-моему, не видал. Ну что, все? Танк этот гребаный, а? Смотрите. Где у него тут? Откуда он наблюдает за нами? Ага, вижу. Давайте вот сюда. Оу, промахнулся. Вот это да, вот. Вот это я спалился, ребята. Блин, и опять что ли? Хотя нет, вроде бы все нормально. Давайте тогда уничтожим здесь этого, кто за башню отвечает. Упырь. Бинго! Ну что ж, теперь можно спокойно делать уже дела. Блин, он, по-моему, ныкается, да, где-то? А, не, ух ты! Вдвоем бегут, красавцы! Минус один. Как это так? Насквозь, что ли, прошла пуля. И двоих мы одним выстрелом. Довольно неплохо. Бежит, бежит, бежит фраерок. Готов. Так, я вот думаю одно. Мы с вами сделали дырку. Надо нам туда забегать или нет? Или здесь просмотрим все? А хотя, ребята, наверное, на этом будем завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно продолжим в следующей серии. Ну, мы, в общем, надеюсь, пройдем эту миссию. А на этом все. Всем пока и до скорого.